Всем привет, компания OEM ZAP. Димон, здорово. О, привет. Что происходит? Происходит. Да вот приехали два друга. Получается, я друг Джан Старикса. Решили удалить экологию. Сажевый фильтр, катализатор, заглушить EGR, пошиться. Вот. Походу выяснилось, что у обоих пружины полопались. Причем левая тоже. И вот мой второй. Здесь еще трубка потекла. Что это говорит? Здесь еще потекла трубка над коробкой на печку заднюю. Вот, она загнила. В общем, поставили наши усиленные пружины, выбили каты, да? Да. Люди нашли нас на YouTube. Я понял. Константин, у вас как? Все нормально? Все отлично. Все то же самое, что и здесь, только здесь еще косточки задние. Стойки стабилизатора. Я понял. Спасибо. Привет, Анатолий. Что еще раз делаешь? Редуктор. Редуктор на Соренто. Привезли снятый на замену подшипников. Разобрал, дефектовочку сделал, дифференциал. Подшипники, ну вот у нас прям наглядный подшипник хвостовика. Вот она выработка прям. Видно? Угу. Вот. Он гудел, пищал. Человек вот, вот так озадачился серьезно. То есть взял повод, весь комплект сальников, подшипников. Все свое, да? Тут да, идет? Тут гайки, вообще все свое привез. Даже два сальника полуосей. И 2 литра масла. Конечно, мы не будем заливать. В открытый редуктор, да? И самое главное, регулировочная тулочка. Заменим подшипники и будем регулировать. Спасибо, Анатолий. Доброго времени суток. В работе автомобиль Kia Ceed, помыли радиаторы и дополнительно новая наша услуга — мойка днища автомобиля. Промываются все узлы, агрегаты, все части подвески от грязи, от всех реагентов, которые зимой налипают. И все, соответственно, коррозия в таком объеме не пойдет. Полностью также пенятся арки. Спереди аналогичная ситуация, все то же самое, все рычаги, все части кодовой. Все везде промывается. Так что заезжайте, мойка днища. Есть как на Дубнинской, так и на Сиванской. Можешь